Сегодня в Туле проходит вторая волна одиночных пикетов, целью которых является привлечение людей на митинг 23 февраля движения «Суть времени» в Москве. Мы организовали несколько автобусов, где будет бесплатный проезд для жителей, которые желают из Тулы отправиться на митинг. И вот в серии одиночных пикетов мы приглашаем через нашу газету, через личное общение людей поучаствовать с нами в митинге нашего движения. Уже раздано больше 3000 газет, дается центральная наша федеральная листовка движения «Суть времени». Уже поступают звонки от желающих поехать на митинг. Сегодня здесь мы записали несколько человек, которые тоже готовы с нами поехать. И будем надеяться, что за счет наших одиночных пикетов мы соберем еще 20-30 дополнительных человек, которые приедут на митинг в Москву и будут представлять там Тульскую область.